Привет, меня зовут Илья, а это новости за неделю на сайте bubbler.me. MKBHD, это такой американский блогер с кучей подписчиков, протестировал камеру OnePlus 2. Сам смартфон он, понятное дело, не показал, но снимки выложил и сделал видеообзор камеры. Фотографии получились очень недурные, хотя хуже, чем в Galaxy S6 или LG G4. Камера фотографирует в разрешении 13 мегапикселей и обладает светосилой 2.0. Новый Nexus 5 протестировали в Antutu, и там он набрал аж 85 тысяч баллов. Для сравнения, сейчас рекордсменом бенчмарка является Galaxy S6, у него 68 тысяч баллов. По слухам, Nexus 5 снова сделает LG, он получит Snapdragon 820 и Full HD экран. Apple впервые с 2012 года обновила линейку плееров iPod. iPod Shuffle и iPod Nano получили только новые цвета, а вот iPod Touch еще и новое железо. Дизайн при этом остался прежним, как и экран, тут все те же 4 дюйма и разрешение 1136x640. Процессор Apple A8, такой же как в iPhone 6 и 6 Plus, оперативной памяти 1 ГБ. Будут продаваться версии на 16, 64 и 128 ГБ. В России они будут стоить 15, 18,5 и 22 тысячи рублей соответственно. Samsung представила свой самый тонкий смартфон, Galaxy A8. Его толщина составляет 5,9 мм, экран 5,7-дюймовый с Full HD разрешением, процессор Snapdragon 615, который работает в связке с 2 ГБ оперативной памяти, операционная система Android 5.1, аккумулятор на 3050 мАч. Пока смартфон будет продаваться только в Китае, когда он попадет в Европу, неизвестно. Это все интересные новости за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно заходите на наш сайт. Пока!